Дорогие зрители, всех приветствую и добро пожаловать в новое видео. Для вас подборка золотых ювелирных изделий с драгоценными камнями советского периода, драгоценности, о которых мечтали все женщины Союза. Также хочу напомнить, что на моем канале есть отдельные видеоподборки украшений с драгоценными камнями, такие как бриллианты, изумруды, где вы сможете найти больше изделий и информацию. Ссылку на них оставлю в описании. Ювелирные изделия с драгоценными камнями были изготовлены из металла пробы 750 и 583 со вставками якутские бриллианты, изумруды, сафиры, рубины и другие. Конечно, хорошие натуральные камни в изделиях периода СССР, быть может, были доступны не каждому гражданину, однако они были. Давайте вместе рассмотрим, вспомним, помечтаем об этих прекрасных и памятных украшениях. Ведь все-таки золотые изделия, сделанные в СССР, это воспоминания, это запах тех салонов ювелирных украшений, это тепло того времени. Обязательно досмотрите видео до конца, а я вам желаю приятного просмотра, хорошего настроения, а также напишите в комментариях, какие драгоценные камни вы любите, какие предпочитаете носить, современные или же все-таки советское. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не упустить очередную видеоподборку. Ну а если понравилось вам данное видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Всем большое спасибо!